И всем привет, с вами Супер. Сегодня мы будем открывать паки Hearthstone. Вот. Давайте я докуплю новые паки. Я не хочу аренку, просто потому что не хочу. Вот. Сразу купим, я не знаю, один, так, два. Наверное, так будет более удачливее. Будем открывать один из паков кобальты, катакомбы и кобальты. Король Лич, значит. И обычные два пака. Начнем, наверное, с обычных паков, потому что кобальты катакомбы – это новое дополнение, то есть недавно практически вышло. Ни один пак я вообще не открывал, тупо копил, чтобы снять это видео. Вот. Давайте откроем. Редкая карта, окей, next. Просто читал где-то, что 10 паков если накопить, то... или более, то одна легендарка должна выпасть по любасу. Вот. Окей. Ну, толком я Короля Лича тоже не открывал, эти паки. Мало открыл, очень мало. Свой Херсон уже как-то так забросил. Блин, она красиво, кстати, открывается. Давайте посмотрим про новые карты. Стражница авангарда. Я смотрел эту карту, потому что катакомбы, кобальт катакомбы проходил, то есть приключения. Ну, не полностью, но проходил. Вы вербуете, вербуете это свойство новое. Кто не знает, это вы с колоды вербуете существо. Вот. Плохо, что она именно за 8 маны. То есть, если 7 маны больше стоит, она не будет его вербовать. Следующая карта это запасливый дракон. Предсмертный хрип. Противник получает 2 монетки. А за 4 маны 5-6. Ну, вроде в аренке должно играться. В ММ вряд ли. Демон Проныра, маскировка, другие ваши существа получают плюс к одной атаке. Это, кстати, неплохо. Не топово, как темный бес, или как он называется, с маскировкой 0-1, который дает один баф в конце хода. В принципе, пойдет. Зубастый сундук. В начале вашего хода атака этого существа становится равна 4. Если бы эта карта стоила бы одну ману, это была бы сущая имба. Ее надо было делать тогда фиолетовой картой, эпической. Вот. А так, за 3 маны 0-4, это полное дерьмо, которое никто не будет использовать. Хотя бы 2-4 было бы, и потом она в 4 атаки превращается, тогда было бы окей, то есть охуенные статы. Потому что, ну, сами подумайте, если у Хантера есть 3 маны Хафер и Миша, то есть 4-4 уже за 3 маны, еще провокация, уже все готово. А тут, ну, не очень, никто ее не будет использовать. Варенье, может быть, пойдет. Визжащий гриб. У меня вот такой попадался против какого-то босса. Неплохая карта, на самом деле. В конце вашего хода призывая случайное существо за одну ману. Это просто имба, сущая имба. Если вы не убиваете его за 2-3 хода, он призовет такую орду, что вам кирдык. Ну, либо какой-то хлам вы призовет, который вам, наоборот, в плюс вы пойдете. Да. Я просто карты некоторые впервые вижу, так что... Да. И мне это именно интересно. Если вам не интересно... Можете просто пролистать. Блин, такие крутые арты, на самом деле. За 8 маны лиловый червь. Присмертно крип призывает 7 личинок, 7-7. Вау. Это в аренке будет сущая имба. Сущая имба. Хотя, как это заявится? Если не мота будет, то 7-7 просто будет статы. Оберег малый изумруд. Призывает 2 волков, 3-3. Разыграйте секрет для улучшения. Ну, эти обереги, которые улучшаете... Если будете делать вот это, и она будет дешевле, будет мощнее и так далее. Ну, кстати, ну имба, если ее тупо так уже загадить, на самом деле. 6-6 за 5 маны пойдет. Еще 2 существа по 3, то есть. Вот, окей. За 2 маны Сухоус Броник, значит, боевой клич ваш герой получает плюс 2 брони за каждое существо противника. Так. Кстати, это тоже хорошая карта. То есть против агро это будет пойдет. Грибомант. Боевый ключ, находящий по обе стороны существа, получит плюс 2-2. 6-6 за 5 маны, то же самое, как оберег. Ну, неплохо. Ну, не всегда у вас может это зайти. Это тот же щитоносец. Щитоносец Тос за 4 маны 1-1. И у него статы нормальные, 2-3. Ну, это 2-2, в принципе, тоже пойдет. Да. Давайте следующее. Варенье и так сойдет, на самом деле. Откроем по-быстрому. Восковой элементаль. Провокация божественный щит. За 1 маны 0-2. Ну, просто элементаль, может быть, кому-то сойдет для агро колоды. За 2 маны, вот это я знаю, ручащийся элементаль. То есть ваш белый клич в этом ходу. А, нет.
У нас вас следующий боевой клич на этом ходу срабатывает дважды, это имба. Если какой-нибудь хороший боевой клич в виде Ай и нефритовых големов, то есть их можно очень сильно раскрутить, и шаман должен на нефритах играть, это 100 пудов. Если вы наберете нужные карты. Я попытаюсь такую колоду сделать и поиграть. Посмотрим, что будет с этого. За 3 маны Кобальт Адепт наносит 3 единицы урона, распределяющий между всеми противниками. За 2 маны, ну это тоже нормальный принцип. То есть чердейские стрелы за 2-3 маны. Вот. За 5 маны Трок Мрачоноед, провокация яд 1-5. Херня, короче. Ну, варенье все это сожрут. Будут брать, если не будет выбора. Следующее. Обман смерти это смотрел. Такой чувак мне выпадал. Но выпадала эта секретка. Когда погибает ваше существо, оно возвращается в руку и стоит на 2 маны меньше. Неплохо. Грубый гомункул. Гомункулы, блин, появились, смотрите. Провокация. Боевой клич наносит 2 единицы урона вашему герою. Ну, это имба, это тоже бес, бешеный бес, который, или как он называется, за 1 маны 3-2, короче, и 3 урона вам наносит. Ну, 2 единицы урона все же наносит вам, это сущая имба, вот, все ее будут использовать, я вам отвечаю. За 5 маны зеленое желе, именно чернокнижники, зеленое желе, в конце вашего хода вы призываете связника 1-2 с провокацией. Ну, неплохо. Тоже, если не убьешь, она будет куча призывать. И именно уже тут уже есть распределено. То есть 1-2 вы призываете с провокацией. Это пойдет, считайте. На первый ход 4-5 статы. А потом еще мощнее, еще мощнее. Если она выживет, конечно. Если не выживет, то труп. А это тоже было просто божественный щит и яд. Неплохая карта. За 3 маны, жадный дух. А, вы получаете пустой кристалл маны. Ну, нормально. Статы плохие, док. Было бы как-нибудь вот так, наоборот. 1-3, потому что чтобы его сложнее брать этот кристалл, чтобы было. Вот. Если захотите, вы сможете это убить. 2 эпика. Неплохо. Давайте эпики посмотрим. Ветролиз, призыватель, значит, боевой клич под вашим контролем. Находится 4 базовых тотена, призывает Алакира. Это не тот Алакир, да? А, Алакира просто. Саты 7-5, вроде, если вы призываете карту, то ставится 2-1. Вроде как. Или это Алакир, который ветра, повинуйтесь моей воле. Ну, не знаю, короче. Картинка здесь будет, короче, Алакира. Окей, астральный тигр, эпик. Это для шамана. Вроде Алакир тот, который, да, ветра. Все-таки. Астральный тигр, предсмертный хрип. Вы замешиваете копию этого существа в колоду, да? Ну, неплохая карта, статы хорошие. 3-5. Варенье пойдет. Ксимный зонт, значит, вы кладете в руку копию заклинания из колоды противника. Сейчас, конечно, из этих карт уже колоды делают, а я вот только вижу эти карты. Я видео просто не смотрел толком. Вот. Так, еще прочту. Ксимный зонт, вы кладете в руку копию заклинания. Короче, копию заклинания из колоды противника. Ну, неплохая карта. Гримомат, мы тоже смотрели. Оберег малыми мифы. Призывайте мифлового голема. 5-5. Снарядите оружием для улучшения для воина. Не знаю, короче, как пойдет, я эти обереги толком не знаю, какие у них статы, когда вы улучшаете. Когда мне легендарка выпадет, я не знаю, мрачный обед был. Талисманы стихии. Ваши существа получают посмертный хрип, призывают случайно базовый тотем. Неплохая карта. В принципе, пойдет. Стоило бы 2 маны, было бы сущая имба. ХХС все-таки уже научился как-нибудь. Как-то. Пытается, в крайнем случае. Цену маны и саму карту. Хотя некоторые карты сущие имба, и можно затащить одну карту, лишь поставив. Вот. Окей, за 1 ману магический броник, значит, для мага, да, элементаль. Когда вы призываете заклинание, вы получаете броню в размере ее стоимости. Это неплохо, кстати. Фейербол кидаешь, 4 брони. Можно выжить при помощи вот этой карты. Ну, это карта, то есть это тоже место. Это надо его как-нибудь так впихнуть, чтобы удобно было. Варенье, и в принципе, сойдет, если у вас выбора не будет. Неопознанный щит. Ну, можно это про любую карту, на самом деле, говорить. Вот. Неопознанный щит, короче, за 6 маны. Ваш герой получает плюс 5 брони, находясь в руке, получает дополнительный эффект. Это что за дополнительный эффект? Не знаю, типа, наверное, карту вы берете, может. Я не знаю.
Херня, короче, какая-то непонятная. А это имба, это я знаю. Смерть рыбы получать плюс 3 брони. Это тупо имба. Все будут ее брать. В арене тем более. Тупо броня халявная. За 2 маны статы неплохие. 2-3. А стандартные, можно сказать. Свиток перевертыш за 0 маны, да, просто. Находясь в вашей руке, каждый ход превращается в случайное заклинание магов. Ну, знаете, лучше взять свое заклинание, чем какое-то случайное заклинание мага. Было бы всех классов, знаете ли, тогда ладно, может, а там друида эту десятку взять просто. Вы выиграете тупо этой картой. Вот. Камни кожи Василиска, это мы увидели. Так, спящий драконец, провокация 4-12, за 9 мана, это полное говно. Я не понимаю, почему они не смогли сделать хотя бы статую, я не знаю, 6-12, но это было бы тоже, блин, я не знаю. Либо ее надо сделать дешевле, потому что никто не будет использовать. Но варенье, я как говорил, это все схавают. Просто много из заклинаний сплов, которые могут уничтожить этого гребаного дракона. Тот же метеорит, который 16 или сколько там, 15 урона наносит, тупо минус дракон. Еще по бокам по 3 урона. Вот. Но это если вы будете против мага, да? Вот. Ну ладно, в принципе, пойдет. Ладно, пойдет. Разница в ангаре мы только что смотрели. Талисман стихии только что смотрели. Что-то повторки попытаются, но это хорошо. Потому что две карты иметь неплохо, в принципе. Душа дракона. Кстати, я эту карту смотрел. Это вроде вот, да, вы призываете 5-5, потом она вроде что-то... А, это оружие, ой. Я думаю, она... Амулет. Я перепутал его. Так. После того, как вы разыгрываете в своем ходу, короче, любое заклинание, вроде, да? В своем ходу три заклинания призывает дракона 5-5. Что-то не могу это сказать. Какие слова. Имба, короче, имба. Ну, это надо иметь три заклинания. Ну, вы знаете, есть лира, или как там, которая дает карты заклинаний, когда вы разыгрываете заклинания. Так что, в принципе, пойдет. Пойдет, можно ее запихивать в колоду этого. Обычного стандартного жреца с ДК и лирой. Не лирой. Лира, еще какая-то там какая-то карта. Короче, здесь я картинку прилеплю. Дубовая кожа, значит. Ну, если не прилеплю, значит, вы сами знаете. Дубовая кожа, выбранное существо получает плюс к резерву, вы получаете плюс к броне. Нормально, в принципе, сойдет. Демон Проныра, маскировка из другие ваши существа получает плюс к одной атаке. А, мы только что видели. Вот это тоже мне попадалось в приключении. Значит, зелье героизма, вы получаете божественный щит и карту, короче. Свечка стрел. Неуязвимость во время атаки для охотника. За 1 маны 1-3. Это, в принципе, пойдет. Если добить, к примеру, существо с 1 хп. Вот. Тем более, вы еще неуязвимы, да? Сейчас вторую легендарку, если выпадет, я буду доволен. Бронированный жук. Сейчас что-то повторки попадается. Вот. Две новые. Вестник заката. Боевой клич наносит 3 единицы урона всем существам. Если у вас в руке есть дракон, значит, всем существам, другим существам. И вашим, да, значит, все окей. Ну, пойдет. Для жреца. Типа мини-консекрет, если у вас драконья колода. Затриманный целительный ливень. Восстанавливает 12 здоровья, случайно распределенным между всеми вашими персонажами. Ну, я не знаю. А, да, можно еще себе хилить. То есть 12 хп, это имба. Это имба. Шаманы будут использовать, если захотят хилиться. Давайте мне легендарку еще одну. КС порадуй. Нет, вроде одну дал. Ну, еще есть последний пак. Посмотрим, сколько там легендарк нам выпадет. Кобальт библиотекарь. Если он, конечно, выпадет. Боевой ключ. Вы берете карту, наносите 2 единицы урона вашему герою. Нормально вроде. Да, нормально. Тот же самый тап чернокнижника, но халявно, да? Вот. Как раз карта чернокнижника. Темный пакт. Уничтожение выбранного существа восстанавливает 8 вашему герою, да? Как? Уничтожает ваше выбранное... А! Тупо восстанавлялка. Значит. Я думаю... Ну, такая карта уже есть вроде. За 0 маны только демон уничтожает выбранного. Можно Джаракуса убить. Еще 5 хп отхилишь. Вот. Сокрушение Денлайн. Это тоже мне выпадало, как говорю, в приключениях. Это значит 8 урона выбранному существу. Перезагрузка 3 маны. Вот. Имба. Пойдет. Можно убивать мощных существа теперь. Шаману. Вот. Неопознанный щит мы это видели. Дракон-кузнец. За 4 маны статуи боевой ключ уменьшает стоимость случайного оружия у вас в руке. Тоже попадалась такая карта.
Ну, дракон неплохая карта, в принципе. Пойдет для арены. В ММ, я не знаю, пойдет, не пойдет. Легендарка не выпала, окей. Неопознанный молот, находясь в руке, получает дополнительный эффект. Дополнительный эффект, что это, типа, мисса ветра, яд. Ну, что это? Я не знаю. Напишите в комментариях. Ну, я уж сам посмотрю потом. Это все нам попадалось. Давайте посмотрим, что там осталось-то. У нас моя коллекция. Смотрите, у меня сколько колод, вы охренеете, сколько разнообразия моих колод. Я все удалил, потому что после нового дополнения тупо играть невозможно. Что у меня нету этих гребных новых карт. Надо новые карты создавать. Так, одна новая была. Новые. Ну, я не знаю, что я смогу сделать с этими-то картами. Какую колоду могу создать-то? Вот. Вроде могу для жреца создать, но мне надо еще ДК найти. У меня ДК вроде есть, я точно не помню. Так. Это я дорогие карты поставлю. Так. Убираю. Разница маны мне не нужна. Для чернокнижника можно создать неплохую колоду. Не топовую, конечно, все карты не будут. Могу фановую просто для себя создать. Вот. Самое главное, что злая курица мне попалась. Так. Так. Жрец. Ой, это шаман. Жрец. Вроде ДК нету, не да? Точно. Пророк Вильнюс. Или окей, окей. А ладно, с вами был я, Супер, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, вот. Подпишитесь на мой канал, подпишитесь на лайв-канал, подпишитесь в группу ВКонтакте. Вот, это вам не сложно, а мне приятно. Я вам покажу, какими колодами я прошел. Пошел я, значит, воином, шаманом и друидом, это изи были, было, и я сейчас хочу разбойницей пройти. Ладно, значит, все, буду заканчивать на этом, все, всем удачи за просмотр. Real talk. Think about this, man.